Ребята, всем добрый день! Сегодня хочу вместе с вами приготовить вот такие вкусные котлеты из капусты. Они получаются очень нежные, вкусные. Смотрите, какие мягкие, ароматные, с соусом. Просто бомба! Давайте приступать. Нам понадобится капуста. В данном случае у меня вот такая. Можно белокочанную, но у меня ее не было, так что будем с такой. В принципе, хорошо и с такой. И вот нарезаем такие небольшие. И так. Квадратиками. Нарезали нашу капусточку. Теперь перекладываем ее в кастрюльку. Переложили капусту в кастрюльку. И заливаем ее холодной водой. Закрываем крышечкой и ставим вариться на огонь на 8 минут. Теперь мы нарезаем луковицу. Тоже на маленькие квадратики. Вот так вот. Лучок нарезан. И теперь отправляем его на сковороду обжариваться. Обжариваем лучок до золотистого цвета. Открываем капусту и даем ей отстыть. После того, как наша капусточка отстыла, нам надо немножко убрать с нее влагу. И вот так вот отжимаем чуть-чуть. И перекладываем в другую мисочку. Потому что много влаги не надо. Вот так. Так, мы отжали нашу капусточку. Вот она. Сейчас мы сюда добавим 2 яйца. 1 столовую ложку сметаны. Поперчим. Это по вкусу. 1 чайная паприки сладкой. Так. Туда же мы выкладываем наш обжаренный лучок. Соль по вкусу. Все хорошенечко это перемешиваем. Теперь добавляем 3 столовые ложки муки. И тоже хорошо перемешиваем. Если видите, что муки недостаточно, то можно еще немножко положить ложечку. Я еще положу ложечку. Мне кажется, что мне не хватает. Ну вот. Немножко руки смачиваем маслом. И будем формировать наши котлетки. Вот такие. И выкладывать их уже на сковороду. Вот. Обжариваем с 2 сторон до золотистой корочки. Ну, теперь перевернем их. Наши котлетки. Опа. Вот так вот.
Всем приятного аппетита! Подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч!